каждым годом все больше иностранных туристов приезжает в нашу страну. Крепнут международные связи. Например, многие финны полюбили проводить в Ленинграде свои выходные дни. Помогает им в этом советский пассажирский паром Константин Симонов, раз в неделю курсирующий между Ленинградом и Хельсинки. Плавание занимает всего 12 часов, и комфортабельный гостеприимный паром всегда полон желающими провести приятную морскую прогулку. Но на пароме мы не увидели советских туристов. Мы решили спросить, знают ли ленинградцы о новом туристическом маршруте. Вы знаете, я, честно говоря, даже не знаю о таком маршруте. Я что-то слышал о таком сообщении, но, по-моему, этим паромом пользуются только финские граждане. А что касается нас, ленинградцев, то это, по-моему, очень проблематично. Здесь, в Хельсинки, не встретишь советских туристов с парома Константин Симонов. Хотя желающих приобрести на него билеты было бы не меньше, чем в бюро финской туристической компании. И многие ленинградцы с удовольствием проводили бы свои выходные дни в Хельсинки. Говорят, в будущую навигацию паром Константин Симонов будет ходить по своему маршруту уже 3 раза в неделю. Неужели советским туристам и тогда не найдется места на его борту?